и через середину. Да? И я отпускаю. Прижми шенки левую. Прижми левую шенки. Только ты отпустила, она не смогла заднюю ногу сменить. Ну, поехала галопом. И все время ты чем больше подходишь к середине, сейчас меняй направление через середину, тем больше ты на себя бери, тем больше на себя бери. Да, 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 да. Она тебя распустила, да? Да, но... Иди. Дашенька, надо подтолкнуть и пружины собирать еще раз. Еще раз, да? И собирай пружины, собирай. И на себя, на себя. Нет, ты не, так и не смогла сделать. Она теперь сменила, а зад поплавающий. Возьми к себе. Возьми к себе лошадь. Да? Возьми к себе лошадь. Еще, 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 еще. И в перемен направления, да? Еще на себя, на себя, на себя. Ну вот это совсем, уже совсем другое дело. Мне очень понравился хозяин, казачок, мужик. Но, понимаете, место здесь с плохой репутацией. Потому что, когда сказали, что есть база, зачем он ее строит, ты даже не подъедешь. И я долго не мог сюда решиться подъехать, мы стояли в хорошем месте в отраде. Хорошо все сделано, все, все как нужно. И здесь стать. Страхи, которые на нас нагоняли по поводу дороги, оказались, мягко говоря, преувеличены. Мы тратим на проезд сюда из Пхима час пять. На это самое, в такие выходные дни 45 минут. И за все время, вот мы здесь вот полтора года, и, можно сказать, уже два года скоро, мы раза три попались. Вот, и так все. Сюда едем. Сюда свободно, назад едем, думаю, куда свободно. Ну, разные бывают трудности. И когда думаешь о том, что вот не поменять ли базу и так далее, я сталкиваюсь вот уже два года, сталкиваюсь с одной вещью. Меня спрашивают, как, все-таки нет альтернатив. Куда бы ни посмотрел, отраду уже не вернусь. Но не надо зарекаться. Ну, не поменять на тем я не могу. Бицу я не могу поменять. Ну, век тоже не могу поменять. Потому что где я могу получить вот так вот, о чем я мечтал? Манеж, в котором я могу готовить человека вплоть до олимпийских игр. Вот такая у меня история с этой самой базой. И нас всегда, мы когда встречаемся, здороваемся, спрашивают, как дела, альтернатив нет. Что интересно, я когда пришел, я с 5 по 10 год работал в Твери у одного богатого человека, вице-президент Лукоина. У него построена база. Шикарно. База построена. И я когда пришел сюда, увидел дневники, я стал искать лейбу. Я говорю, а куда вы ели эти самые? Чего вы не прицепили? Он говорит, это не куплено. Это сделано у нас. Вот что значит ограничение, когда, как вот сейчас говорят, нам санкции. Взяли и сами построили. Точно такое. Я даже не мог. Я долго искал, пока я не спросил. А когда спросил, мне ответили. Так что сказать о том, что здесь, стандарт. Но здесь, когда я познакомился, я посоветовал не делать полный этот самый. Не делать полный этот манеж. А отгородить в манеже, отгородить вот такую площадку, как у нас там есть. Ну, просто. Идеально то, что здесь. И второе, остальное все сделать под одной крышей. И здесь, когда у меня случилось очень большое несчастье, жена ездит, и спортивная, она упала, и сломала позвоночник. И я думал, что я буду делать со всем этим хозяйством. И вот положение здесь,
ну, лучше не придумаешь. Я даже не знаю, где можно найти такое место, где я смог бы вот так вот пережить самый, самый тяжелый год. Здесь вот все. Поэтому база, она построена так, что, ну да, можно, можно прокат, можно детей, можно сам. Но для спортсменов высокого класса все сделано. Но это смешно, я пришел сюда. Здесь, ну, обыкновенное это самое. Как везде, набор это самое клиентов. И мне с этим набором клиентов удалось за эти два года сделать два мастера спорта. Три человека кандидата в мастера спорта. Три лошади подошли к большому, одна ходит большой приз под 16-летней девочкой, а две лошади на подходе к большому призу. Самое главное, мне очень нравится, что здесь у хозяина лошадь, чистокровная, хорошая лошадь. Ну а наше время, моей молодости, чистокровную лошадь получить, это большое счастье было. Их обычно они и были выдающиеся, ну, ведущие лошади в нашей самой команде сборной. И здесь у меня попался жеребец голубей. Вот мы год позанимались, он подходит к большому призу. А все это дело потому, что, ну, все сделано для того, чтобы можно было заниматься спортом. Я думаю, что самое главное, самое большое преимущество в старое время было то, что это была государственная индустрия спорта. Государственной индустрии, государству нужно было, чтобы этот спорт был. Ну, во-первых, по одной причине, конный спорт это входит в систему прикладных видов спорта. И стоял конно-спортивный клуб, или как он назывался раньше, кавалерийский клуб. Его задача как можно больше научить детей ездить верхом, чтобы когда он пошел в армию, и попал в кавалерию, его не надо было с первого раза учить и говорить, где шенкель, где. Попадали готовые кавалеристы, это первое. А раз это было государственное, значит, это была система, которая, ну попробуй в наше время, попробуй не выстави команду. Или попробуй не участвовать в каких-то соревнованиях. А сейчас каждый сам по себе, кто как может, тот как хочет. И еще было, конечно, преимущество то, что вот это большое количество народу, которые пропускали через себя клубы, это как вот это самое мешалка у золотоискателей, тонну грязи, грамм золота. Ну, однако же было золото. Пока вещь. А сейчас прошел. Такой энтузиаст, он сделал там. Ну, что он от этого имеет? Естественно, когда мне спрашивают, вот ты хотел бы посмотреть, как ты вот выступал в Монреале, как в Москве, или нет? Потому что прошло 40 лет, совсем другие цены. Сейчас то, что ездят у нас мастера спорта, обыкновенные, тогда ездили выдающиеся эти самые всадники. Потому что и условия, и лошади другие были, и, ну, все меняется, все движется, все меняется. И наша задача успеть за ними. А успеть, кто-то этим должен заниматься. Кстати, очень хороший пример был в этом самом, в тяжелой атлетике, в 60-е годы, 50-е, 60-е годы. В Америке же нет государственного этого самого спорта. Но были люди, которые брали на себя целую команду, и целую команду готовили и выступали целый большой период времени, пока не нашлись где-то еще. И вот у нас мы сейчас ждем, найдется человек, который захочет, чтобы был спорт. Всем обеспечен. Конечно, мы даже не мечтали о таких залах, и сейчас. Мое становление было как спортсмена и как тренера в советское время. И там было очень важно. Стоит школа, которая обязана быть. Каждая республика должна была иметь сборную команду, она должна была иметь школу для того, чтобы эту сборную команду собрать. И там было так, захотел заниматься, пришел.
пришел, позанимался. Не захотел, ушел. Но из того количества, которое приходило, появлялись люди, которые очень хотели заниматься этим. Ну, чувствовали в себе влечение. Сейчас очень трудно. Сейчас работаешь с тем, что пришло. Вот пришел человек, родители смогли ему создать условия, он занимается. Но это же мало. Это же мало таких людей. И у нас идет не плановая подготовка. В старое время, вы можете понять, я работал тренером по учебному процессу. За 6 лет я подготовил 360 человек в разряде. Потому что приходили, я брал столько, сколько приходит. Нужно было мне лошадей, мне подкупали столько, сколько можно было, чтобы мне обеспечить учебный процесс. И за 6 лет я подготовил 360 человек. Сейчас же ко мне столько не придет, потому что столько народу не могут быть достаточно обеспечены, чтобы заниматься конюшней. Одно из способов деятельности – это представление лошадей в прокат, в пользование, в аренду и так далее. Можно здесь не только взять на прокат, можно подобрать себе лошадь, которую сможешь потом купить. Но есть люди, которые всю жизнь мечтали о том, что они будут ехать, что они будут махать шашкой. Они имеют возможность, если он состоявшийся человек, приобрести себе лошадь и тренироваться. Так бы никогда в жизни он не смог этого сделать. А вот у меня есть случай, когда человек после далеко за 30, как я спрашиваю, вам далеко за 30? Он говорит, далеко за 50. Но они имеют возможность стать какими-то спортсменами, о чем-то помечтать. И даже иногда бывает, что такой человек 40 лет сел на лошадь, и в 45 или 48 поехал на Олимпийские игры. Это есть одно слово – стандарт. Здесь стандарт. Стандарт – это прямо то, что должно быть. Что мы все под одной крышей. Мне все равно, там на улице холодно, не холодно, пурга, не пурга, дождь, не дождь. Я под крышей. Если надо мне, я пришел сюда, надо мне бочку, я пошел в бочку, надо мне этот самый предманежник, я пошел в предманежник и не выхожу на него. Когда условия позволяют, на улицу пошел, на улицу, видели, там, какие здесь условия, зелень, воздух. У меня две лошади. Значит, лошадь должна быть напоена, накормлена. У нее в денеке должен быть убран навоз, моча. Он должен иметь воду, сено. Потому что лошади надо постоянно двигаться, постоянно есть. Кроме того, здесь падоки, вы видели? Да. Падоки. Это очень хорошие. Ну, я не всякий клуб может похвалиться этим, так сказать, не изобретением, а принадлежностью, которая у нас есть. Здесь тоже мы имеем такой, как сказать, совершенствование. Эта система. У нас этим делом занимаются конюха, которые убирают деньги. Вот записываешь в табель о том, что твоя лошадь должна столько-то часов гулять в ливаде, и все, уже никакой коновод, который с тобой, приходит с тобой, уходит с тобой. Никто, они к этому делу этим делом не занимаются. Обязанности конюхов дополнительно выводить лошадей в ливад. Сейчас вот будет шагалка, значит, дополнительно будут выводить шагалку. Это вот небольшое новшество, которое введено в нашей базе. Манеж стандартный, это стандартный грунт, еврогрунт. Так что у нас еврогрунт. И улица еврогрунт, это специальный, это не мы сами делали, это делала специальная фирма, которая этим и занимается. Должно быть. Наше преимущество, что все под одной крышей.
все компактно, все. Это я два года здесь стою, не хотел сюда ехать, и за два года не вижу альтернативы. По цена и качеству здесь ведущее положение. Цена и качество на порядок выше, чем в других местах. Как говорил Козьма Прутков, хочешь быть красивым, поступай в Гусарова. Можно сказать, хочешь быть счастливым, приезжай в Звездное.